Сыктывкар. Этот город на северо-востоке европейской части России уже много лет носит название города лыжников. Здесь проживают лыжные олимпийские чемпионы Василий Рочев, Николай Бажуков, Раиса Сметанина. Добраться до города можно любым наземным и авиатранспортом. От Москвы чуть больше 1000 километров. Город располагает широкой сетью комфортабельных гостиниц, способных принять большое количество гостей. Лыжный стадион расположен в 10 километрах от города, в природном лесном заказнике Важьё-Лью. Это любимое место зимнего отдыха горожан. Спортивный комплекс лыжного стадиона используется как для городского досуга, так и для проведения различных состязаний по лыжным гонкам и биатлону. Здесь проводились Кубок мира и чемпионаты России среди профессионалов. Имеется вся необходимая техника для подготовки и содержания лыжных трасс, судейский комплекс, зрительские трибуны. Рядом со стартовой площадкой располагается центр для подготовки лыжного инвентаря спортсменов. Здесь также есть помещения для физических занятий, кафе, конференц-залы, VIP-залы и комментаторские кабины. Гости города и спортсмены могут проживать не только в гостиницах города. Рядом со стадионом есть целый поселок комфортных гостиниц, исполненных из дерева. Если же кто-то имеет желание жить с панорамными видами на стадион и окрестные леса, то можно будет заселиться в расположенную на стадионе семиэтажную гостиницу. На нулевом этаже гостиницы есть залы хранения и подготовки лыж, сауны, обеденный холл может одновременно принять до 250 человек. Спортивный комплекс лыжного стадиона, располагаясь в экологически чистом месте, имеет все необходимое для проведения состязаний любого уровня.